Заехали мы на байке. Петух. Петуха посмотреть. Тайский петух. Наверное, бойцовский. О, какой! Ух ты! Молодец какой! Вот еще. Глаза выколет. Глаза выколет. Он же по-русски. О, сюда посадил. Иди, иди гладь. А вот смотрите, не судьбе. Попугайчик. Ой, петух, петух. Лебесок потрогаю. Дай я. Вот какой хороший. Лебесок. Ух ты, петух. В Тайване тоже Петька петух есть, оказывается. Ух ты, какой Петька петух. Он перестал петь теперь. О, молодец. Он виноград какой-то еще растет у них тут. Приматок. О, тоненькие колесики повезут. О, мощь, сила. Ням-ням. Ням-ням, ням-ням. Арой, арой. Такие такие штучки сейчас будем покупать, вкусно есть. Ням-ням. Короче, ну что, мы эту самую еду взяли. Горячая. Сюда макать надо. На крыльце тут забазировались с Юлей. Так, берешь? Горячая. Очень вкусно вообще. Без всякого ранья. Кажется, колбаска с хлебушком или с картошкой. Или ты подавай что-нибудь. Попробуй. Еще у нас такие штучки вот есть, смотрите. Такое я еще не пробовал. Сейчас запробуем. Хрумкает. Пробовала? Как? Все вкусно. Все, такие штучки у нас есть. Сейчас запробую. Мягкая. Пахнет очень вкусно. Пробуй. Пепси-кола, холодненько.
класс. Ну что за? За все мы отдали, короче, за это вот еду. Сколько бат? 50 бат, это 100 рублей. И, в принципе, вдвоем можно наесться. Так что в Таиланде дешево отдыхать. Какой байк? Полиция, наверное. Андрей, вручили My Lady Russian Chocolate. Сударушка, да. My Lady называется. My Lady. Супер. А. Thank you. Андрей, My Lady. Thank you so much. Yes. От Андрея привет. Speak Russian. Sorry. А мы English, чуть-чуть. Чуть-чуть English. Тай нового считает. Окей. Кабунка, ага. Саватиха, и все. Саватиха. Да. Вот так. Твоя красивая моя леди. Кабунка. Зашли в кафешку. Новый пляж у нас. На этом что ли называется? Я уже запутался. Короче, вообще обалденец. И такой нам рыбину принесли. Смотрите. Такой сок вкусный. Попробуем. Лучок. Сладкий соус. Вот так, будем кушать. Пошел за вилкой. Следующий пляж, пляж Сурин. Рыбы пахнут. Чуть-чуть. Солененький. Селедкой. Там наш байк. Там мы живем. А там, короче, Патонг. Карн. Туда мы попрем. Друзья, пляж Сурин теперь. Андрюха сказал сюда приехать. С Карн. Мы были там, сейчас только видео снимал. Где французы там в футбол играли. А сейчас тут камушком приехали. Классное место. Чего? Такой песочек, смотрите. Забыл, какую сторону писать букву Я. А, видела? Вот она моя Юлия. Женщинам надо внимание. Очень много. Как можно больше. А женщинам от нас надо животик, как можно больше.
Ой, пацаны, привет! Привет! Классно такое море. Ну, Андрюха, ты всегда пожелаешь, где надо. Только бы айфон не утопить сейчас. А вон там невеста, смотрите, вон там. И скоро будет закат, будем фотать, эти люди фотки. Классненькая водичка. Да. Огонь. О. Солененькая маленькая. Вот такая она прям вообще сладенькая, тепленькая. Народ, смотри сколько. Сибирь, все сюда, короче. 40 тысяч на одного человека надо всего лишь, чтобы сюда прилететь, чтобы вас кормили здесь завтраками. И назад увезли вас. И отель вам. Всего лишь 40 тысяч сюда входит. На одного человека. На двоих 80-85 тысяч примерно. И на 11 дней. Хватает отдохнуть вообще. И потом вспоминать весь год. Такие пальмы. Юля вон куда уже плыла. Ты там? Вон наша сумка лежит. За сумкой мы подсматриваем. Вот она черная. В середине экрана. А там байк стоит. Байки вообще никому не нужны. Ни шлемы, ни байки. И футболка на них можно вставлять. Футболки тоже никому не нужны. Тут вообще редко воруют. Очень редко. Вот так покупайте со мной. Класс. Кайфушка. Под водой камни вот, видать. Смотрите, какая вода чистенькая. Просто вообще. Небо какое. Камушки. Друзья, мы тут. Смотрите, закат скоро. А опять невеста фотоет. Тут тайцы. Привет. Привет. Ютуб. Россия, Ютуб. На камушках, смотрите. О, горячие камушки, смотрите, здоровые камушки. О, я просто счастлив. Отпуск удался. Путешествовать круто. О, не рекомендовал так Нурбек Асамбаевич лежать на камушках, шею лечить. У меня шея больная. Андроз. Так что, Нурбек, по вашему рецепту лечусь на реальных камушках. Так. На закате солнца. Пляж Сурин, Таиланд, Пхукет. Вот такую рыбку чистят. Вот креветки 300 бат стоят. Это 600 рублей по нашему. Умножайте на 2. По 300, по 250, это 500 рублей. О, какой красавчик. Тунец. Ням-ням. Тунец, смотри какой. Красавчик. Вот какие. Вот морепродукты.
О, лук сибирский. Ага. Это в диву здесь. Видите, какие осьминожки. По 300, по 280 бат. Умножайте все на 2. Если 150, то 300. Вкусняшки. Могут, ты это покупаешь, и вам жарят. Сколько свежей рыбы, блин. Вкусняшки. Вот такой ночной рынок в Паттайе. Ну, там штаны есть. 100 бат, 150 бат. Умножаешь на 2, получается, что 200-300 рублей. Вот зелень. Картошечка. О, покупай ее, картошка. Посадим у нас. И лук такой. О, чили. О, имбирь какой. Огурчики. Можно посолить. Ну, фасоль, лук. Всякая штучка. Далее. Прикольно. Как все это люблю экзотику. Смертельный номер. Юля пробует жука. Леша пробует жука. Окей, Google, вкусно. А кузнечика? Вкусно? И что, не противно? Вообще вкусно, попробуй. Правда? Да ну. Правда вообще? Ну вот это вот тогда. Нет, это вот точно. Вообще вкусно. Правда, семечки. А они перченые? Вообще вкусно, специи. Давай, попробуй. Один раз живем. Покажи, что ты смелая. Жирного выбрала. Давай. Правда, вкусная. Смотри, я не выплюнул. Правда, вкусно. Они полезны очень. Смотрите, всякие есть. Да. Там и жарит, видишь. Thank you. Вот здесь зеленый, пробуй. Лимоном. Спасибо. Да. А вот фрукты, овощи. О, что такое, Юль? Манго. 50 рублей. Гламурный мальчик. Привет. Hello. А там Андрюха любит такие. Ну, короче, что, мы заселились в отель, короче, Андрюхи Старцева, нашего блогера любимого. И вот так, смотрите, ну, красиво. И всего лишь 700 бат на двоих, короче. То ли день, то ли ночь, я не понял, короче, не равно. Нам главное переночевать. А потом дальше поедем путешествовать по Пхукету. Ну, короче, на Патонге остановились, вот Патонг. Патонг Бич. Вон наш байк стоит там. Тут ресепшн. Ну так, номерок, что, номерок. Кондюшн есть. Коечки такие. Как всегда, так просто. Хорошо. О, сегодня на путешествие с Андрюха. А теперь будем такие штучки есть, смотрите. Андрюха. Так, вот у нас такие здесь суши. И вот твои штучки. Так. Короче, вот так. Берем вот такую штучку, как ты любишь.
Вот она. Няма-няма. Окей, Google. О, еще и телеки из холодильника. Классно. Вот мы вышли прогуляться вечером. Бангла Роуд. Улица Разрата. Пхукета. Правил нет. Дайхатсу машины такие, Дайхатсу. Юля.
Всем привет. Андрюха, как обещал, иду в бассейн. Так, вот отель, в котором мы ночевали, Андрюхин, в Патонге. Дешевый, 700 бат всего в сутки стоит на двоих. Так. Пока деревья, пока деревья снимай. Доброе утро всем, страна. Окей.